вот мы заехали в район Pearl. Выглядит, да? Ну и кекс так выглядит. Вот. Парк, кстати, сделан очень неплохой. Там и для детей, и с собаками гулять. В общем, на самом деле, очень здорово. Прям очень. Особенно, смотрите, когда закат солнца, посмотрите, какая красота, да? И тот район, кстати, Венеция, называется Канат-Квартье. Там все как Венеция, там все даже названия а-ля итальянские. Там плацо, да-дам. В общем, посмотрите, покажу вам. Очень здорово, очень красиво. Ну, в общем, вот так. Мы почти приехали в Pearl. Точнее, как мы в Pearl уже. Но мы почти приехали. Как-то вот непонятно на меня стоит камера. Мы почти приехали в Венецию. Вот с этой стороны вы видите вот эти вот высотки, про которые я вам говорила, они еще некоторые строятся. За ними, конечно, соответственно, яхты, магазины. Но это в другой раз я все покажу. А сейчас мы въезжаем в мой самый любимый район. Канат-Квартье. Так умный, думал, и погнать в фигте. Вот, смотрите по бокам. По бокам, по сторонам. Вот, вот он. Вот мой любимый. А, кстати, сейчас будем поворачивать. Посмотрите, Марса Малаз, отель это Кемпинский. Должен быть сейчас сзади меня. Вот. Плохо его видно. Ну ладно, выйду из машины, покажу. Вот, новый Кемпинский. Называется Марса Малаз. Я обычно приезжаю, паркуюсь, так что паркуемся. Вот этот отель Марса Малаз, Кемпинский. Вот, вот эти высотки, про которые я все говорила. За ними как бы яхта. А вот так находится выглядит. Так, ну фу, перестань. Кекс там постоянно что-то жрет. Я не знаю, выходи. Газончики такие прям очень миленькие. Очень-очень тут красиво. Вот она, аллейка, в которой обычно все собаками гуляют. Видите, тут и люди бегают, и с колясками ходят. Очень хорошая прогулочная такая вот зона. Кстати, вот они такие штучки. Пакетики и выбрасывают собачьи фекалии. Да, есть у меня. Опять. Мы все гуляем, мы все здесь. Такие вот прекрасные. Видите, говорила про балкончики очень большие.
потрясающий абсолютно закат здесь. Вот именно в этом месте очень красиво. Я прям не могу налюбоваться, посмотрите. Разве вы не хотели тут жить, а? Я бы очень хотела. А вот и пляж. Как раз дома заканчиваются. Таунхаусы такие вот красивые. И начинается пляж. Сюда вход разрешен только жителям этого района. В пятницу тут куча народу, особенно в пятницу выходной. Все играют в волейбол, баскетбол, какие-то... В общем, куча народу, и жутко весело. В общем, очень здорово. Вот оно как выглядит внутри. Вот там вот таунхаусы. Такие вот большие террасы у каждого дома. Вот. И вот они. Это вот первые домики. Это по этой стороне, по правой таунхаус. А там уже квартирные дома. Вот неплохо, да? Такие вот терраски. Кстати, там не видно, сделан уже специальные причалы, чтобы люди могли плавать. Ну там, на гондолах. Видно, о чем они там хотят.